Друзья, добрый день. Мы начинаем нашу панельную дискуссию, организованную в рамках программы платформы «Пространственное развитие». Организаторы этого мероприятия, как и всей серии, архитектурное бюро «Остоженко», Институт территориального планирования «Урбаника», научно-исследовательский центр «Неоэкономика» и Международная академия архитектуры. Наша платформа была организована на общественных началах. Это консорциум тех организаций, которые я перечислил. Открытая площадка для обмена профессиональными мнениями по тематике и проблематике, которая заключена в самом понятии пространственного развития. Мы очень рады, что вы откликнулись на наше приглашение сегодня сюда прийти. Это значит, что тема, которую мы придумали в прошлый раз, интересна, актуальна, важна и для профессионального сообщества, и для общественности, и для ключевых спикеров. Вначале позвольте поблагодарить наших партнеров. Это пространство «Полутон Проджект», где мы с вами находимся, «Архмосква» и «Артплей», центр дизайна, на территории которого расположена эта площадка «Плутон». Информационные партнеры наши – это канал «Artplay Today» и журнал «Проект Россия». И особую благодарность мы передаем Василию Бычкову, директору Центрального дома художников, его вклад в организацию наших дискуссий неоценим. Итак, тема сегодняшней дискуссии – развитие города, субъекты и деньги. Разрешите представить наших спикеров. Это Максим Вениаминович Перов, научный руководитель Института территориального планирования «Урбаника», Татьяна Дмитриевна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики города», Андрей Владимирович Боков, которого в представлении, думаю, не нуждается, академик, вице-президент Академии международной архитектуры, народный архитектор России, Российской Федерации. С нами сегодня эксперты. Александр Андреевич Скокан, главный архитектор архитектурного бюро «Остоженко», член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, академик Международной академии архитектуры. Александр Александрович Виноградов, главный эксперт НИЦ «Неоэкономика». Андрей Леонидович Гнездилов, первый заместитель директора архитектурного бюро «Остоженко», советник РААСН. Александр Ильич Шарыгин, руководитель направления пространственного развития НИЦ «Неоэкономика». И Юрий Геннадьевич Виссарионов, руководитель собственного бюро, а главный архитектор ЦНЕП градостроительства Минстроя, Лев Аронович Купершмидт, Дмитрий Прокофьев, Владимир Бакеев. Если кого-то не упомянул, прошу простить. Итак, основные тезисы и вопросы для обсуждения, которые мы сегодня поднимаем. Городское развитие – продукт совместной деятельности трех субъектов – власть, бизнес и жители или граждане. При этом дефицит ресурсов местных властей не дает возможность решать задачи качественного преобразования российских городов. В этой связи вопросы, которые сегодня предлагаются к обсуждению, следующие. Кому и зачем нужно развитие городов? Кто или что субъект и объект развития? Какие барьеры препятствуют развитию? Какие финансовые источники можно задействовать для развития российских городов? Где взять деньги на развитие городов? Какие механизмы необходимо внедрить, чтобы развитие городов было и рентабельным для бизнеса, и не нарушало общественных интересов? И вступительным кратким словом выступит Максим Вениаминович Перов. Спасибо. У нас сегодня немножко такое теоретическое тема собрания,
Я попытаюсь теоретически немножко спровоцировать на дискуссию. Собственно говоря, вопрос почти философский, является ли город субъектом или обладает ли город субъектностью. На эту тему были разные рассуждения, но вот было довольно, может быть, у нас не очень замеченное, не очень обсуждаемое, такая мысль, которая была высказана Льюисом Мамфордом достаточно давно, это философ, который относится к франкфуртской школе, хотя он американец, мысль, что в мире технические системы стали настолько сложны, что понять их целиком человеческое сознание не в состоянии. И, собственно, говорит Мамфорд, вот эти вот мегамашины, они стали развиваться сами по себе. То есть люди уже потеряли возможность управлять ими. Это относится к разным отраслям, к разным сферам деятельности, в том числе и к городам. Когда город достиг определенного масштаба, говорит Мамфорд, он стал, собственно говоря, он перестал быть управляем. А управление городом как бы обслуживала, собственно, вот его и в этом смысле задавала технократический подход к управлению, как обслуживание этой мегамашины. Тоже относится, ну, например, там, к авиации, ну, например, к медицине, к ряду других. В этом смысле, рассматривая город как мегамашину, наверное, любопытно попробовать проанализировать этот тезис и понять, так ли это. Смотрим на, например, более-менее известный, всем понятный город Москву. В 1935 году Политбюро ЦК ВКПБ выпустило постановление, в котором запрещало прямо и категорически строительство любых промышленных предприятий в городе Москва. Постановление действовало, дай бог памяти, до каких-то там 80-х годов. За это время в Москве было построено более 300 достаточно крупных промышленных предприятий. При этом соблюдались, так сказать, приличия, надевали соответствующие фиговые листочки. И, например, такой автомобильный завод, как АЗЛК, выходил первоначально под названием «Реконструкция цеха завода малолитражных автомобилей». Ну и ряд других огромных предприятий за это время был построен. При этом, да, система была, ну, как бы, мягко говоря, довольно авторитарная, и нарушение прямых указаний верхнего государственного органа, ну, в общем, каралось несколько жестче, чем просто пожурили. Да, почему? Потому что в этот период Москва обладала всеми необходимыми качествами, идеальной площадкой для развития материального производства в рамках второй промышленной революции или, можно говорить, в следующем технологическом укладе. Да, вот эта концентрация в Москве, она, собственно говоря, и вызывала вот это вот строительство предприятий. И мы можем говорить, что это люди конкретные, отраслевики, что-то там лоббировали. Они лоббировали потому, что на это была объективная ситуация этого спроса. Если вернуться на шаг назад в философскую тематику, мы же можем рассматривать город с точки зрения общей теории систем, да, как сложную самоорганизующую систему, вполне, которая, достигнув определенного масштаба, действительно начинает не поддаваться простым прямым управленческим воздействиям, а стремиться к неким собственным целям. Вам любой системщик скажет, что у системы могут быть две цели развития. Большинство систем сложных и в природе, в живой, и в принципе, в любой, даже в теории математической, да, стремится к гомеостазу, то есть к равновесию, поддержанию. Либо есть системы, которые вынуждены или по самому генезису должны находиться в непрерывном развитии, они стремятся к развитию. Ну, например, вот если мы сделаем кивок в сторону макроэкономики, то известно, что углубление разделения труда международное, которое там длилось последние там, 300 лет, оно требовало непрерывного развития рынков, емкости рынков, если я
немножко нечетко, или по терминам экономистов, меня поправят. И вот кризис сегодняшней экономики, он состоит в том, что рынки кончились. Географически кончились территориально, и емкость уже тоже не бесконечна. Так вот, эта система требовала развития непрерывного. Как велосипед не может стоять, он падает, да, он только двигается. И эта система, собственно говоря, и вызывала, вызывала эти действия. Ну, для Москвы вот это было тогда промпредприятие. Да, между прочим, урбанистика, о которой мы говорили в прошлый раз, она и родилась как ответ на вот это вот технократическое управление городом, который не замечал человека, и это была попытка снизу, попытка городского сообщества в самом прямом смысле слова вести гуманистическое начало управления городом. И оно, в общем, вполне удалось, превратилось в такую самостоятельную, полноценную сферу развития. А что из этого следует? Да? Еще один тезис из общей теории систем. Система управления системой не может быть проще самой системы. Если система обладает высокой степенью сложности, то должна быть адекватная этой сложности система управления. Что в большинстве случаев для мегагородов решено не вполне. Отсюда, собственно говоря, и неудачи и непонимание, на мой взгляд, да, и ошибки в развитии, в проектировании развития городов, которые, в общем, довольно многочисленны. Если мы обратимся в сегодняшний день, опять же, на примере Москвы, за последние 20 лет, несмотря на противодействие властей, несмотря на отсутствие каких-то посылов со стороны, например, проектировщиков, там, генерального плана и другого, в Москве появилось большое, значимое количество торгово-развлекательных центров, ТРЦ. Лужков их пытался изгонять, не допускать, создавал запретительные цены, они выстроились за МКАДом, потом эта система сломалась, они прорвались в город. И по факту, знаете, они стали реальными центрами, там, ну, я не знаю, второго, там, третьего порядка, но это центр притяжения. Проектировщики в свое время несколько генпланов московских рисовали, всякие там центры второго-третьего порядка, когда спрашивали, а что там будет, ну, говорят, там не знаем, там библиотека, кафе, там пункт приема химчистки, в общем, что-то такое, да, вот, ну, а что-то придумывали. Да? Про ТРЦ никто не говорил, не думал, они возникли. Почему? В общем, довольно простое объяснение. Там. Вот известный урбанист Глейзер, не в своей книжке «Древом города», а в одной из статей, я, к сожалению, забыл записать название, ну, ссылаюсь, цитирую по Олегу Григорьеву, что в условиях монокультурно-рентной сырьевой экономики, в которой сейчас у нас в стране, собственно говоря, есть, города, которые не обслуживают технологическую цепочку, в этих городах преобладает потребительская функция. В данной экономической модели цель городов – потребление и больше ничего. Ну, а идеальный формат потребления, понятно, это ТРЦ. А? Если бы, например, эту простую довольно вещь знали, ну, например, 20 лет назад, наверное, можно было бы как-то, да, проектировать город под другое. Или мы говорим, нет, нам такая экономика не нужна, мы стремимся к другой модели, целевая модель. Давайте проектировать город под эту целевую модель, какие форматы ей соответствуют. Но у нас нет на сегодня целевой модели, а успешно существует вот это. В этом смысле проектировать надо, конечно, с сбережением, потому что строительные системы – вещи страшно инерционные и вот так просто по щелчку неизменяемые. И в этом смысле, говорю я, город, возможно, обладает некой субъектностью. Да, это на грани, может быть, нашего прямого понимания. Ну, можно вспомнить прекрасную повесть Стругацких «Миллиард лет до конца света». Там, если кто помнит эту повесть, там действовал закон гомеостатического мироздания. И там вот люди, которые доходили до каких-то вот пределов, ну, там, научных открытий или там чем-то еще, их начинало, так сказать, вот вроде какие-то случайные цепочки обстоятельств, начинали их отталкивать, мешать работе и так далее. Да? Вот, может быть, здесь закон, ну, не такой мифический гомеостатического мироздания, а просто про законы теории систем.
работают в таких мегагородах. И в этом смысле, мне кажется, они субъектностью обладают. Спасибо. То есть, Максим Вениаминович, итак, каковы приоритеты развития города? Кратко. Ну, я же сказал, либо гомеостаз, либо развитие. Вот все приоритеты. Ну, то есть, или равновесие, или... Да, и, соответственно, нужно уловить какие и в них пытаться встраиваться, пытаться тупо переломить эти тренды. Абсолютно невозможно никакой системы управления. Хорошо. Татьяна Дмитриевна, Извините, я забыл сказать одну вещь, да? Что, собственно говоря, чтобы понять, где деньги, это одна из тем наших дискуссий, да, нужно понять, вот это вот объективное или субъективное, просто куда эта система развивается. Тогда будет понятно, на что этой системе нужны деньги, и там их искать. Не бегать по людям с деньгами, а искать направление, на которое есть спрос у этой системы, которая мегамашина город. Спасибо. Хорошо, да. Вам слово. Даже не знаю, с чего начать. Во-первых, где деньги? Деньги уже сейчас в городах. Они там есть. Другое дело, что наша бюджетно-налоговая система выстроена таким образом, что эти деньги, они воспроизводятся и генерируются в городе, но попадают дальше в верхнестоящие уровни бюджетов. Ну, моя любимая тема – налогов на недвижимость. Да? Но вот до сих пор у нас советская система налогообложения, 3 раздельных налога – земельный, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций. Вот мы посчитали для 17 крупнейших городских агломераций, для их центров, сколько денег эти города теряют, отдавая в региональный бюджет налог на имущество организации. Хотя, по сути дела, это городской актив, вот корпоративная недвижимость в городе. Город тоже влияет на ее развитие путем развития инфраструктуры, путем, привлечения малого, среднего и так далее бизнеса к себе на территорию. Но дальше не получает от этого ничего, потому что так устроено. Налог на имущество организации – это региональный налог. А вместе с тем, из этих 3 видов налогов суммарно, налог на имущество организации составляет 80% сборов. А если сравним с текущими бюджетами миллионников, сколько они имеют в принципе налогов и неналоговых доходов за счет всех видов таких доходов, то окажется, что вот этот теряемый, но на самом деле производимый у них на территории и традиционно местный налог составляет 30-50% от совокупного сейчас их собственного бюджета. То есть это не 5%, нисколько. А для региональных бюджетов, которые его получают, это всего 4% суммарно. Да, чтобы было понятно, какая значимость этого налога для города, да, для локального сообщества, а какая для регионального бюджета. Но как только поднимается вопрос о том, чтобы наконец дать его на локальный уровень, сразу все начинают кричать, что мы тогда потеряем деньги, финансовые ресурсы региона для перераспределения доходов по другим территориям субъекта федерации. Ну, на это, по-моему, ответ очевиден. Когда это составляет 4%, в общем-то, никакое выравнивание по сельским территориям и иным в субъектах сделать невозможно. Мы это специально считали. Там как сейчас огромное неравенство бюджетное, так оно будет, если мы отдадим в центре эти налоговые доходы. То есть мысль очень простая. Мы отнимаем у каких-то центров, потенциальных центров экономического роста ресурс для них важный, а дальше размазываем его тонким слоем, не влияющим вообще ни на что и нигде. Но помимо самого значения суммы этого налога, да, он еще имеет очень большое значение с точки зрения просто элементарно дизайна политики градостроительной и социально-экономической, той, которая реализуется на территории города. Потому что налог на имущество, налог на недвижимость – это элементарный транслятор между экономикой города и бюджетом, который позволяет наладить механизм возвратности публичных инвестиций в ту самую инфраструктуру, повышение эффективности управления земельными ресурсами. Когда бюджет начинает ощущать, что его вот этот перформанс, его качество деятельности, менеджмента вот в этой градостроительной сфере, на самом деле в следующем периоде или через 5 следующих периодов отражается на его собственных доходах и определяет его будущие возможности для дальнейшего развития. То есть на самом деле вот такая модель воспроизводства только в плане бюджета города, если на него посмотреть как на некий такой механизм.
отнимая, ну, как бы деструктивно разрушая эту систему, мы разрываем тем самым сами мотивации к какому-то там управлению, принятию тех же самых градостроительных решений с результатами, которые получает город для своей экономики, для своего бюджета. Я это вижу в практике, ну, элементарно. Мы можем ткнуть пальцем любой город, дальше ткнуть пальцем на любой проект планировки или на любой проект комплексного девелопмента, провести расчеты, показать, что он влияет негативно на состояние бюджета в следующем налоговом периоде. По разным причинам. Ну, потому что так устроена налоговая система, так устроено сейчас использование земельных ресурсов в городах и так далее и тому подобное. Таким образом, у нас вот это то, что мы называем городом, да, градостроительное физическое окружение, земля, никаким экономическим активом на сегодняшний день не выступает. Это скорее вот то же самое потребление, да, абсолютно в какой-то безобразной форме, никогда не просчитывая никаких последствий. А когда на самом деле, когда мы обсуждаем градостроительную сферу, да, сферу недвижимости, понятно, что там принятие каждого решения это очень высокие альтернативные затраты, необратимые затраты, да, потому что мы не можем очень легко, условно говоря, разместив какой-нибудь небоскреб, завтра его снести, если понимаем, что это было неэффективное использование. Нет, мы это делать уже не можем. Мы должны ждать длительный период времени. Это никогда не оценивается. Мы придумали способ, например, как косвенно оценить, так вот, интегрально вообще совокупность всех действий, принимаемых на уровне города, с точки зрения их экономической ценности. Они вообще влияют как-то в позитив, вот, для жителей или в негатив. Придумали очень простой показатель. Оценим совокупную капитализацию жилищного фонда в агломерациях с населением более 1 000 000 человек за последние 7 лет. Она у нас увеличилась в реальном выражении или сократилась? Ну, если от инфляции очистить. Ну, потому что если вся моя политика ведет к тому, что стоимость территории, активов там, граждан, она снижается, значит, что-то я делаю неправильно. Значит, где-то какие-то ценовые эффекты я вторгаюсь своими неправильными решениями градостроительными в рынок недвижимости, в цены, что оценивается рынком негативно. Так вот, в половине агломераций наших вот, с населением более 1 000 000 мы увидели, что да, в реальном выражении с 2010 по 2017 год, несмотря на приращение общего жилищного фонда, цены упали сильнее. Я понимаю, там есть макроэкономические различные причины, это надо уже разбираться. Но, тем не менее, и на это есть ответ. Дальше мы сравниваем это с динамикой ВВП города. Ну, мы придумали, как посчитать, оценить ВВП, валовой городской продукт мы это называем. Да? Это общий экономический индикатор деятельности. Еще раз, еще примерно в половине из той половины, да, агломерации, на фоне экономического роста, то есть увеличения реального ВВП города, произошло снижение реальной капитализации жилищного фонда. То есть тем самым я снимаю вопрос о каких-то общеэкономических факторах, да, я понимаю, что, видимо, здесь дело в каких-то уже более отраслевых, более там, специфических градостроительных аспектах. И я понимаю, что за этим стоит, потому что тут же я оцениваю, как они развивались некомпактно, они расползались. Это, соответственно, в условиях единого рынка недвижимости всегда, да, создание, расширение предложения более с низкими ценами всегда переходит как бы расползающимся эффектом на весь остальной рынок, в том числе и центра, и срединных зон города, ну и так далее и тому подобное. Сейчас, мне кажется, неинтересно там обсуждать уже конкретные причины. Смысл состоит в том, что как экономический актив, недвижимость, земля, она сейчас не является ни объектом управления, ни фактором просто в публичном менеджменте городском, ни постепенно, вот если мы будем так дальше действовать, не будет являться и средством сбережения того богатства, да, и тех доходов, которые вообще создаются в экономике страны. Ну и последнее, просто чтобы не утомлять. Действительно, наши города, ну не только наши, развивались как центры потребления преимущественно. Потребительская функция у города будет всегда, независимо от того, имеет ли страна там, некую сырьевую модель экономического роста или инновационную модель, просто в сырьевой, скажем так, она может быть более гипертрофирована. И это мы тоже подтвердили, когда, опять же, там, вот предмет исследования этого, который мы проводили, было оценить, а вообще крупные наши города, агломерации сейчас роль в экономическом росте какую-то имеют или нет.
Что такое роль в экономическом росте? Это когда не просто доля этих городов в ВВП страны какая-то значительная. Это когда у них есть устойчивость к общим макроэкономическим колебаниям, то есть когда они развиваются контрциклично, например. Да? Если вся страна развивается там, в корреляции с ценами на нефть, то, например, какая-то крупная агломерация, имеющая свои независимые конкурентоспособные какие-то сферы, может этому хотя бы частично противостоять. И если это так, то мы на определенном горизонте это можем видеть. Так вот, за последние 15 лет мы проанализировали динамику реального ВВП вот этих агломераций, включая, конечно, нашу московскую, и увидели, что никаких, конечно, собственных источников развития и даже агломерационных эффектов даже в Москве, самой крупнейшей, не возникло. То есть как ровно у нас шел макроэкономический тренд, ровно так же развивалось. То есть растет Российская Федерация, растут агломерации, снижается Российская Федерация, снижаются агломерации в два раза быстрее. То есть их скорость падения, не просто процикличное развитие, а еще и с более серьезными провалами. Это яркая иллюстрация того, что, да, надо признать, что там, решая проблему повышения доступности жилья, мы тоже это на цифрах подтвердили, везде она повысилась в результате такой разрушительной как бы градостроительной политики, мы, скорее всего, потеряли в очень многих других аспектах, но здесь тоже нужно, на мой взгляд, как-то вот с разных точек зрения смотреть, потому что мы тоже пытались смотреть какую-то динамику вот этой темы жесткости градостроительного регулирования на длительных горизонтах в различных странах. Вывод очень простой. На самом деле вот этот трейд-офф, который все должны осуществлять, да, между дешевым, доступным, может быть, некрасивым или некомфортным и так далее, и дорогим, правильным, умным и так далее, да, всегда этот выбор выбирает, ну, как бы производится в условиях конкретного экономического развития. Россия не является страной с высоким уровнем экономического развития. Россия вот в макроэкономическом смысле, я считаю, ну вот в очень небольшом количестве городов вообще может осознанный выбор делать в сторону некого умного и т.д. и т.п. управления. Потому что действительно с точки зрения социально-экономического положения гораздо более приоритетной задачей является обеспечение доступности города, доступности жилищных благ, причем именно рыночным способом, потому что сегодня у государства недостаточно ресурсов на решение вопросов жилищной политики за счет бюджетных средств, потому что дальше возникает другая конкуренция бюджетных расходов на другом уровне, уже на национальном, где делается сегодня выбор в пользу обороны, в пользу там, отстаивания интересов Российской Федерации на каких-то там внешних территориях и так далее и тому подобное, да, вот противовес этим внутренним локальным проблемам. Так вот, эту стадию проходила любая страна. В США тоже там, 50-е годы, 60-е. Никто и не говорил ни о каком градостроительном жестком регулировании. Главной задачей было, нет, естественно, зонированию, вы не удивляйтесь, зонированию в Штатах 100 лет, но только факт, как бы роль очень важную, настолько гипертрофированную, как сегодня, да, 4000 страниц ПЗЗ Нью-Йорка, да, это приобрело только последние 20-30 лет. А тогда точно так же, да, многие штаты, значит, делали выбор в пользу мягкого градостроительного регулирования, есть исследования, которые это подтверждают. Так вот, возвращаясь к предыдущему тезису, да, о равновесии, да, действительно, сейчас наши города находятся в неком, может быть, и нежелательном равновесии, потому что все уже начинают замечать, как текущие градостроительные процессы влияют, оказывается, не только позитивно, что у нас просто становится больше жилья, да, и кто-то может его покупать, а еще ипотека подешевела, как-то так все совпало в один день. А есть еще и пробки. Есть еще и аварийное жилье, которое без конца возрастает, несмотря на то, что опять выделили 500 миллиардов на его ликвидацию, но это только верхушка айсберга, оно будет возрастать и дальше, если градостроительные процессы инвестиционные не вернутся в застроенные территории. И вроде как постепенно все что-то там начинают понимать. Но поскольку данная задачка является долгосрочной, то опять же, да, теория беневолентного политика нам говорит о том, что каждый мыслит на своем горизонте планирования. Вот пока градостроительное какое-то качественное развитие, оно не является, на мой взгляд, ни желаемым общественным равновесием, нет запроса на это абсолютно никакого ни у кого.
ни политически каким-то, как сказать, привлекательным лозунгом. Вообще во всех странах это начиналось с того, что каким-то политикам это становилось нужно. У нас пока это всем неинтересно. Когда говоришь «доступное жилье», они говорят: «Что? О чем это вы?» А если сказать «торговый центр», то уже интереснее. Спасибо. Да, спасибо большое. Да. Итак, то есть наша налоговая система перевернута, да, получается, и неэффективна. Правильно? Ну, просто чтобы подытожить. С точки зрения конкретного вопроса, который мы сегодня рассмотрели. Да, именно с этой точки зрения. Да, да. 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 И было бы интересно, ну, потом впоследствии, в процессе разговора нашего сегодняшнего, ну, понять, как это было бы сделать лучше, как это перенастроить. И второй, так сказать, тезис. Итак, все-таки, на ваш взгляд, каковы были бы нормальными, как бы применимыми критерии оценки экономической эффективности развития города? Вот, так сказать, в рамках того, что вы сказали сейчас. То есть каковы эти критерии оценки? Ну, например, если валовой городской продукт на душу населения у нас хотя бы в крупнейших агломерациях городских, да, их там у нас 15-20, в какой-то момент станет превышать общероссийский средний ВВП на душу населения, например. А потом за счет этих ресурсов на самом деле у нас появятся деньги для нормального выравнивания бюджетного, потому что сейчас это только декларируется, но, по сути дела, никакого выравнивания по территории Российской Федерации нет. То есть все вот так вот скачет. Я имею в виду бюджетная обеспеченность, это размер бюджета на душу населения в разных территориях. Да? Просто вот все это происходит под лозунгом бюджетного выравнивания. Давайте заберем откуда-то, чтобы размазать и выровнять всех остальных. Но не получается ни то, ни другое. Теряют эти, и не получается выравнивание здесь. Почему? Потому что на очень низком уровне абсолютного производства мы находимся, абсолютного ВВП. Нам нужно перескочить как-то. Чтобы перескочить, надо как-то что-то поменять. Спасибо большое. Ну, вот, в связи с тем, что мы сейчас услышали, хотелось бы адресовать вопрос нашему эксперту Александру Александровичу Виноградову. Как раз вот на тему такую. Как, на ваш взгляд, можно ли было привлечь внебюджетные средства в развитие инфраструктуры? Понятно, что у нас это одна из основных проблем в нашей стране. С одной стороны, дефицит инфраструктуры, а с другой стороны, как говорит Максим Вениаминович, иногда ее избыточность в тех местах, где она, в общем, уже не нужна. И вот на эту тему. Так, меня слышно, отлично. Значит, по поводу привлечения внебюджетных средств в строительство инфраструктуры, которая, дескать, там нужна всем, которой там не хватает много где и так далее, можно на самом деле сказать следующее. Любая инвестиция, про это надо помнить, про это никогда нельзя забывать, любая инвестиция, она для частного бизнеса, не для государства, государство – это отдельная история, она имеет смысл только если эта инвестиция окупается. На том или ином промежутке, с той или иной, значит, маржинальностью и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, ровно исходя из этого, и следует рассматривать весь этот процесс. Что у нас вообще, в принципе, с инвестициями в структуру, там, новые, там, скажем, условно говоря, дороги, например, они все характерны очень долгим сроком окупаемости. Это десятки лет могут запросто оказаться. При этом, собственно говоря, выручка, там, значит, процент на единицу вложенного капитала может при этом быть, ну, в общем-то, весьма низким. Вопрос, какая в этом выгода? Ответ, выгоды в этом на самом деле очень мало. Кроме того, это, в принципе, ну, может быть опасно с точки зрения имеющейся, вообще говоря, экономической ситуации. То есть, скажем, платная дорога, например, да, если она окупается за 25 лет, то планировать сейчас что-то на 25 лет в стране, в принципе, крайне затруднительно. Ну, как бы один из моих самых любимых примеров, значит, май месяц, конец мая, Петербургский экономический форум, министр финансов Антон Силуанов заявляет, что мы не планируем в ближайшее время менять налоговую систему. Проходит 3,5 недели, и в парламенте появляется законопроект о повышении НДС. Простите, что? Как можно в таких условиях как-то что-то долго инвестировать, не имея хеджирования рисков во всех, вот, собственно говоря, смыслах этого замечательного слова? Ответ – никак. И поэтому, как бы, ждать вот,
сейчас, опять же, в текущей ситуации частных инвестиций в инфраструктуру, ну, я считал бы не очень разумным. Спасибо. Да, спасибо большое. А где у нас Александр Антонов? Вон он где. Да. Вообще-то функция инвестора есть, управлять риском и принимать его. Ну вот они так и делают, так и, что, соответственно, ну, как, ну, не совсем видя, это. Что не сильный тезис. Все-таки. Данная инвестор, сфера деятельности является не очень хорошей. Инвестор просто вкладывает деньги, доверяет, да. Окей, хорошо. Андрей Владимирович, поэтому сейчас мы продолжим. Да. Александр, скажите, пожалуйста, вот в чем вы видите барьеры на пути развития наших городов? Можете в двух словах буквально? Шутка такая? Вас слышно. Нет, я говорю, шутка такая? Нет, это не шутка. Барьеры. Вот, по-моему, Татьяна описала замечательно барьеры. Как бы денег нет, политики нет, смысла нет, стабильности нет. Так как бы, что я могу добавить? Ну хорошо, добавить тут нечего, безусловно. Но... А профессионального сообщества тоже нет, у него тоже нет никакого понимания, что, собственно говоря, с городами делать. Я только это могу добавить. И? То есть так и будет? Смысла нет никакого. Вот судя по тому, что я сейчас услышал, шансов никаких. Как было правильно совершенно сказано, у государства есть другие приоритеты, они реализуются. Вот и все. По-моему, и прекрасно. И никакой позитивной повестки. Ну, собственно говоря, надо покупать автомат и вспоминать, как его разбирать. По-моему, так. Спасибо большое. Хорошо. Вообще-то государство сказало уставе президента вот в этом году, что развитие городов есть государственный приоритет. Так, к слову, первый раз за 25 лет. Может быть, с этим как-то все-таки что-то переменится на практике, да? Понятно, там инерционная штука госуправления. Нет, ну, еще раз, президент в послании цельный раздел этому выделил специально. Сознанием дела говорил на эту тему, да? То есть это не случайный тезис, а вот еще и города надо развивать. Это была составная часть, там, четвертая часть послания. Может быть, это все-таки даст толчок. Понятно, что у нас, как бы сказать, вертикаль, конечно, выстроена, но сигнал гаснет довольно быстро, проходя через ряд ступеней. Да? Он уже погас. Нацпроект – это другое. Да. Ну, смотрите, когда люди не понимают разницы между проектом и программой, и основу у нас проекта составляет программа, то у меня происходит, так сказать, взрыв мозга и понимание, что люди управлением-то любым чем угодно этим заниматься не могут. Тем не менее, да, смотрите, может, все-таки сигнал дойдет до реализации. Да, прошу вас. Коллеги, добрый вечер. Я хотел бы, как бы через один ответ ответить на комментарий по поводу инвестиций в инфраструктуру. Как архитектор, проработавший некоторое время в структуре инвестора и девелопера, значит, во-первых, любой инвестор и девелопер, так же, как мы с вами, платят дорожный налог. Давайте начнем с этого. Какие инвестиции в инфраструктуру? Чего от него можно требовать? Он и так уже туда заплатил. Когда мы говорим о политике, именно политике современной, я имею в виду практической политике, практике муниципалитетов, привлечении инвесторов к частно-государственному партнерству, ну, давайте называть вещи своими именами, это рэкет государственный. Когда инвестору дают площадку, окей, она без подключения к сетям, без ничего, он должен сам там купить все технические присоединения, и потом еще ему предлагают вложиться в дорожный фонд, например, да, или там профинансировать расширение какой-нибудь дороги. Ну, так принято, так здесь играют. Ладно, инвестор это делает, это просто перекладывается на потребителя, потому что из-за этого растет стоимость квадратного метра жилья или там стоимость аренды, для, если это общественный объект. Я хотел бы, тем не менее, сказать еще вот о чем. Еще по поводу управления и сигнала, который затухает. Мы с вами также должны понимать, что
Управляемая часть нашего девелопмента и управляемая часть нашего градостроительства – это не так много в общей массе вообще происходящего в стране. У нас же огромный процент самостроя. Мы с вами проектируем для не очень большой части экономики. Огромное количество людей обходится без нас с вами, без градостроительной политики, без муниципалитетов, именно потому что сигнал затухает. Есть сигнал, который приходит снизу, он реализуется без нас с вами. И точно так же, как даже в условиях реализованного градостроительного проекта все равно им в итоге управляет техник ЖКХ, да? Есть еще огромное количество вещей, которые происходят без проекта вовсе. И мне кажется, об этом стоит поговорить, о том, что градостроительная политика просто не доходит до населения. Вы говорите, что сигнал не доходит внутри вертикали. Политика в принципе не охватывает непосредственной деятельности людей, которые не дожидаются того, что это с ними произойдет. Они что-то делают сами. Безусловно, они не строят дороги почти совсем. Ну, некоторые строят даже и дороги. Но они реализуют довольно много. Вот как насчет этого? То, что происходит без инвестора, без политики, просто самодеятельность граждан. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Владимирович, вот к вам вопрос можно? Да, вас прекрасно слышно. Андрей Владимирович, да. Согласны ли вы с тем, что город обладает субъектностью? Если обладает, то можно ли им управлять? И если можно управлять, то какими методами, инструментарием? И адекватны ли наши методы управления, в том числе мегагородами? Кирилл, спасибо. Спасибо за вопрос. Я начну с того, что я сильно разлюбил слово «город». Просто. Решительно разлюбил. То есть я понял, что, в общем, мы живем представлениями, которые сформировались где-то на рубеже 19-20 столетия приблизительно, когда действительно возник вот этот кошмарный большой город, расползающийся город, неуправляемый город. И мы живем вот этими переживаниями. А на самом деле, в общем, эпоха большого города, если угодно, она миновала. Она миновала ровно в тот момент, когда... как мы когда-то говорили, противоречие между городом и деревней исчезло. Так вот, сегодня существует целый ряд обширнейших пространств, обширнейших территорий, множество стран, которые это противоречие преодолели. То есть уровень благополучия тех, которые живут в самых отдаленных, в самых затерянных местах, где-то на вершине швейцарских Альп, и те, кто живет там в центре, условно говоря, какого-нибудь там, не знаю, Берна и так далее, абсолютно одинаков. Эти люди живут по-разному, образ жизни их разным абсолютно является, но базовые какие-то, базовые услуги, базовый комплекс того, что называется, в общем, комплексом социального благополучия, у них абсолютно тождественен. Вообще говоря, сегодня в тех странах, которые мы называем лидерами, или в тех странах, которые мы считаем благополучными и так далее, устроенными, которым мы хотим как-то, в общем, как-то подражать, и которым мы немножко завидуем, сами этого не признавая, они выстроили совершенно непрерывную вот такую линейку разного типа сред, разного типа состояний, где город занимает, большой город занимает какую-то крайнюю позицию, и вовсе не самую главную, не самую, если угодно, впечатляющую, а вот самое массовое скопление, если угодно, людей происходит совершенно в другом месте. Вот эти вот медианы, или как угодно вы их назовите, предпочтения, они сосредоточены в том пространстве, которое принято называть пригородом или малым городом. То есть аккуратно на полпути между большим городом и вот этими какими-то отдельными фермами, отдельными, в общем, пространствами, вокруг которых там, значит, ведется достаточно эффективное сельское хозяйство. Значит, 70% американцев четко совершенно на протяжении многих десятилетий реально совершенно предпочитают жить в Сабирбии. То есть на своей земле, в своем собственном семейном доме 70% колеблется, да, но в принципе это так. То же самое в Европе, в европейских странах, в подавляющем большинстве, ну, прежде всего, Романа говорящих, 60%. Только просто ткань несколько иначе организована. Значит, в одном случае это Сабирбия, это достаточно большие участки земли, там они варьируются, они, в общем, уменьшаются по отношению, то есть по мере приближения к большому городу, к центрам каким-то,
центральным местам агломерации и так далее, они растут, в общем, по мере удаления. А в малых городах Европы, в малых городах, которые являются, так сказать, основной опорной такой массой, или как угодно там назовите, в общем, системой расселения, значит, тоже люди живут в своих собственных домах, открывая дверь на улицу, понимаете, а не в сторону дома соседа. Значит, так устроена эта жизнь. И эти люди ни в коем случае не страдают. Более того, уровень их дохода или уровень благополучия их абсолютно сопоставим. Никаких разрывов здесь нету. В малых городах они получают другую экологию, другой воздух, получают другие налоги, но это уровень образования вполне достойный, это уровень здравоохранения и всего остального, который их вполне, в общем устраивает. И вообще говоря, значит, давайте вспомним, что университетские центры, научно-исследовательские центры, клиники крупные и так далее, они все живут, не все, но значительная их часть вообще за пределами большого города. Да? Это Силиконовая долина, которую мы любим, так сказать, вспоминать и прочее. Что это? Россыпь, значит, таких больших сараев и маленьких, замечательных, вполне благополучных домиков. И так далее, и так далее. Чем отличается российская жизнь от всего этого? Тем, что у нас по-прежнему, да, действительно, есть драматичный разрыв между большим городом и деревней. Разрыв существующий. Значит, мне очень понравилось вот напоминание о том, что у нас очень развита самодеятельность. Да? И давайте вспомним о том, что 25% нашей экономики – это вообще гаражная, серая и какая-то другая экономика. Мы с вами подозреваем, что она есть, но вообще ее объемы на самом деле мало кому известны. Но самое главное, что именно эта экономика, участие в этой экономике, прямое участие, значит, становится или определяет образ жизни очень значительного числа наших сограждан. Прежде всего тех, которые живут за пределами большого города, но и тех, кто живет в пределах большого города также. Также. Это другая экономика, это другая жизнь, и они никак не взаимодействуют ни с бюджетом, ни с властями, и в общем практически не наделены никакой субъектностью, официальной субъектностью. С агломерацией полная беда у нас, конечно. Значит, у нас любая книжка, она начинается с определения агломерации, которую выдумывает ее автор. Значит, в стратегии пространственного развития сейчас с восхищением прочел, что, оказывается, агломерация может быть нечто, состоящее из одного поселения. Да, возникает вообще, на кой черт придумывать это слово агломерация? Ну, вы почитайте. Вы не смеетесь надо мной, это не я придумал. Значит, дальше... Да. А там много смешного, кстати. Там массово вообще, Татьяна. Да, там много. Значит, вообще говоря, вот нас когда с Александром Андреевичем учили, значит, много лет тому назад, лет 40 или 50, значит, мы там читали про всякие агломерации, конурбации, значит, были какие-то попытки, в общем, выстраивать систему определений все-таки. Но самое главное, что мы поняли, агломерация и город имеют абсолютно разную природу просто. Смысл в этом, понимаете? Город – это закрытая некая система, пребывающая в пределах административных границ, с четкой властью, да, которые действуют в пределах вот этих границ этой территории. Агломерация, конурбация, как угодно это назовите, это открытая система. И весь ужас в том, что с открытыми системами, к сожалению, бюрократия вообще, предпочитающая вертикаль, она не в состоянии справиться, понимаете, никак. Эти системы, они работают абсолютно иначе, на основании горизонтальных связей, прежде всего. Договариваются друг с другом, ну, Глазычев об этом замечательно написал, все процитировав, там всякие разные истории, как эти агломерационные взаимоотношения возникают, как возникают межмуниципальные сотрудничества и прочее, все это понятно. Но это другие организмы просто. Поэтому, Татьяна, с огромным уважением и нежностью к вам отношусь, когда вы говорите, что просчитали, что там в агломерациях происходит, возникает вопрос, где, как что это за агломерация, как вы ее нащупали, как что там можно чего считать, понимаете? В России у нас агломерации нету просто, если говорить об агломерации, как неком организованном образовании. Потому что агломерация, на самом деле, это что? Это договоренность о создании общей инфраструктуры, да? Общих каких-то правил игры, в том числе тех самых стандартов благополучия, о которых я говорю, и зонирование вот всего всякого такого. Значит, если этого нет, то как-то говорить об агломерации, о чем-то таком, в общем, высоком, достаточно сложно. Конечно, агломерация, конурбация и прочее – это не то, что называется большой город, это не Мехико, не Найроби, не Джакарта, не Йоханнесбург, это другое. Это то, что, да, действительно, мы наблюдаем в Европейском Союзе, на востоке Китая и во всяких, так сказать, прочих симпатичных местах, которые мы любим фотографировать и очень любим, значит, на них смотреть. Итак, что у нас происходит? Действительно, это разрыв, драматичный разрыв –
между большим городом, прежде всего между Москвой и между остальной страной, которая в значительной степени обеспечивает себя сама вот в режиме этой самой НСР или какой-то другой экономики. Не полностью, конечно, ни в коем случае. Вообще говоря, именно присутствие, так сказать, вот этой экономики, этой самодеятельности является чрезвычайно характерной чертой, вообще говоря, нашей жизни, не только нашей жизни. Теперь возвращаясь, к теме вот субъектности всего этого хозяйства. Я пытался такую выстроить как бы картинку. Во-первых, надо понять, что под субъектностью мы понимаем некую наделенность властью или полномочиями. Так вот, если совсем по-простому, то это полномочия. Да? Есть у тебя полномочия, ты субъект. Нет у тебя полномочий, ты не субъект. На протяжении 70 лет советской власти единственным субъектом процесса градформирования, или, как мы это говорим, городского развития, было государство. Все. Точка. Никаких других субъектов, бизнеса не было, мы понимаем с вами, да? И, собственно, того, что именуется каким-то гражданским обществом и так далее, тоже не было, да? Было государство, которое было представлено соответствующими институтами, мы с вами прекрасно представляем. С какого-то времени стали появляться другие субъекты наряду с государством, что самое замечательное, наряду с государственной властью. Появился бизнес, да, претендующий на некоторую субъектность также, на участие во всех этих процессах. И появились, в общем, муниципальные какие-то структуры и стали как-то себя осознавать некие соседства. То есть структуры такого общественного свойства, общественного толка. Сегодня мы вправе говорить о том, что да, у нас существует власть государственная, прежде всего, власть, бизнес у нас существует, да, но государственная власть какая она, понятно, она федеральная и региональная, федеральная власть, но мы можем ее делить, скажем, на законодательную и на исполнительную власть, да. Бизнес у нас есть большой и малый и средний, и у нас есть общество, которое представлено муниципальной властью, прежде всего, да, какими-то малыми образованиями, соседствами и так далее, оформленными, неоформленными, но они в общем существуют. Они вполне себе субъектны, особенно те, кто окружил себя заборами, кто поставил шлагбаум, кто имеет деньги, на то, чтобы воспитывать какую-то окружающую среду, контролировать эту среду, создавать ее, воспроизводить и так далее. И вот я попытался оценить в процентах, если угодно. А это, мы понимаем, это белая часть экономики, это видимая часть экономики, это та экономика, которая, в общем, обеспечивается, связана и так далее с бюджетом, и вот включена в ту систему налогообложения, о которой Татьяна говорила. Там белые деньги, не серые никакие, белые, настоящие. И мы приходим к выводу, что, конечно, основная власть в значительной степени сосредоточена, конечно, на федеральном уровне. Больше того, в том блоке, который называется исполнительная власть. Реальная власть, которая отвечает и берет на себя с охоты ответственность за формирование окружающей нас среды, и формирование окружающей нас жизни. Это совокупность министерств, мы с вами знаем, Минэкономразвития, Минфин, прежде всего, который платит деньги, Минстрой и так далее. Вот эти вот основной объем власти. Я оцениваю это где-то процентов 35-40, по меньшей мере. Больше того, надо отчетливо понимать, что власть сегодня и деньги практически объединены. Да? Всеми денежными потоками, власть, собственно, это контроль над деньгами. Вот эта совокупность, удивительно работающая, мощная крайне совокупность власти и денег, она где-то, я считаю, 30-35% от исполнительной власти. Бизнес делится на большой, который очень влиятелен. Давайте не будем, скрывать, большой бизнес, крупный девелопмент сегодня очень влиятельный. У нас выстроено вот не так, как всюду, потому что у нас и деньги, и девелопмент, и инвестмент, и девелопмент, они объединены. Это то, чего, вообще говоря, в мире не практикуется, а иногда даже и запрещается. То есть банкам вообще в некоторых, странах запрещено девелопментом, да, активностью такого рода заниматься запрещено в силу рисков, которые там возникают и так далее. То есть могут ребята заиграться просто и, соответственно, чего-то потерять. И вообще это не профильное занятие, для них это не характерно. То есть когда банки у нас занимаются девелопментом, это означает, что или девелопмент у нас никуда не годится, или банки, не в состоянии, в общем, правильно работать. Но это отдельная совершенно тема. Спасибо большое. Александр.
Два слова, да. Да, попробую три. Ну, то есть главная тема у нас все-таки сегодня, первые два слова в теме дискуссии, это развитие городов. Вот. Ну и, соответственно, мне бы как-то тоже хотелось вот на эту чуть-чуть тему вставить, что когда мы говорим про то, что агломерация и потребительский город, ну, надо в первую очередь понимать, да, что наша система расселения сложилась, грубо говоря, в советский период, и все эти города, которые мы имеем в качестве центров этих агломераций, они тоже сложились в советский период, и в основном были построены, там, ну, грубо говоря, с 29 по там, примерно 89 год, ну, то есть когда начался приток населения, собственно, из деревни в город. Вот. И основная структура задана как раз в этот период. За последние 25 лет у нас как раз таки, в чем основная заслуга этого капиталистического периода, что у нас сформировалась инфраструктура потребления, да, то есть все вот эти торговые центры и прочее, то, что компенсировало дефицит советского, так сказать, сервиса населения, проживающего в этих городах, это мы все получили, да, за годы нефтяного изобилия в том числе. Причем, если мы вспомним 90-е годы, мы прекрасно понимаем, да, что ничего этого не было, все еще, так сказать, ходили в советские торговые комплексы, в советские гастрономы и так далее, да, которые у нас оставались с того времени. А основной пик пришелся вот на 2000-2008 год, и, по сути, все ресурсы, которые были заложены вот этим вот дефицитом советским торговых площадей, они за это время были компенсированы. И то, что мы видим, вот в том числе в виде падения капитализации недвижимости в городах там, и так далее, мы понимаем, да, что вот последние у нас лет 5 в экономике стагнация, да, прилива нефтяных денег нет. Ну и, соответственно, все как бы внутренних ресурсов развития в самих городах тоже нет. И все вещи, связанные с потребительским городом, монокультурно-рентной экономикой, они у нас съедены уже, причем давным-давно наперед, лет так, на 15, пока это все еще, так сказать, амортизируется, да, построенное за предыдущее время. Соответственно, понятно, что внутренних источников развития нет, а внешних тоже нет, потому что у нас, во-первых, политика партии состоит в том, что мы, так сказать, ограничиваем приток населения в крупные города. У нас, так сказать, главное, чтобы люди оставались все на тех местах, где родились. Вот. Но при этом также понятно, что и ехать в эти города незачем, потому что, ну, я не знаю, вот у меня у одного такое ощущение, что у нас полгорода работает разносчиками еды в Яндексе. Вот я, так сказать, по улицам хожу, да, вот все как-то, так сказать, одни они мне на пути и попадаются, да. То есть ехать в город для того, чтобы стать разносчиком еды в Яндексе, это не очень такая хорошая перспектива. И более того, понятно, что, ну, как бы, с доходами, которые вы там заработаете, вы никогда в жизни горожанином в полном смысле слова не станете. Ну и вот, соответственно, понятно, что ресурсов внутри городов нет. При этом, когда у нас говорят о том, что давайте оставим деньги в городах, давайте капитализировать бюджеты, наполнять бюджеты администрации городов, чтобы они что-то там могли сделать и поменять. Ну, как бы понятно, тут вот вы как раз спрашивали, да, вот Кирилл, про критерии эффективности. Вот мы с вами уже давно смеемся над тем, что у нас в России существует на сегодняшний день только один критерий эффективности – это электоральный эффект. Да, то есть вот все проекты, которые у нас делаются, в том числе по благоустройству и всем прочим комфортным городским средам, они имеют единственную цель, как говорят некоторые товарищи у нас, бросить кость населению, порадовать их, так сказать, тем, что вот у нас тут, так сказать, красиво и, так сказать, облагорожено все. И, соответственно, городские администрации, по моей сугубо личной точке зрения, получив деньги, которые передаются сейчас в регионы и выше, да, если они вообще есть, эти деньги в природе, будут тратить их сугубо на, так сказать, электорально эффективные проекты, которые к развитию, на мой взгляд, опять-таки никакого отношения не имеют. То есть коренные проблемы все равно решаться при этом не будут. Вот. И, соответственно, главная проблема, на мой взгляд, она в том, что мы, по сути, держимся за старое. Да? То есть у нас, с одной стороны, есть представление о развитии городов как о залатывании, так сказать, прохудившейся инфраструктуры, с другой стороны о том, что вот мы сделаем красивое общественное пространство, а с другой стороны представление о том, что у нас есть население, нуждающееся в улучшении жилищных условий, и вот, соответственно, мы должны стимулировать жилищное строительство и так далее. В итоге мы получаем, так сказать, все эти наши любимые 20-этажные муравейники и прочее. То есть вот в прошлый раз, когда мы здесь собирались, Григорий Исаакович Ревзин произнес такую фразу, что вот типа не может быть гениальной велодорожки, может быть только гениальный градостроительный проект. Да? Вот, мне кажется, главная проблема нашего профессионального сообщества в том, что когда мы говорим о развитии городов, кроме, так сказать, всеми любимых уже 10 раз упомянутых агломераций, которые, на мой взгляд, уже давным-давно существуют, и как раз-таки в рамках вот этой монокультурно-рентной экономики все свои эффекты уже продемонстрировали, искать там чего-то вообще
вообще совершенно бессмысленная. Мы не можем предложить никакого гениального градостроительного проекта, который был бы образом будущего, который ставил бы какие-то цели для развития, под которые уже потом можно было бы искать деньги и говорить о том, а где их взять и какие способы окупаемости этих проектов будут и так далее. То есть мы все держимся за старое, говорим о том, что вот у нас есть советский город. Вот когда Андрей Владимирович пишет в своих текстах про субурбию, мы тоже не понимаем, как сделать так, чтобы это начало работать как окупаемый бизнес-проект. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что действительно, да, надо менять, преобразовывать нашу жилищную структуру, жилищного фонда и так далее, как-то создавать какие-то базы для того, чтобы у нас апартаменты не только в Москве строились, да, потому что мы же тоже когда понимаем, что люди мигрируют между городами. У нас же есть миграция, по сути, только в несколько точек, но при этом там везде у нас строится либо то, что говорилось про ИЖС, либо тот же самый 20-этажный муравейник. А какую-то промежуточную форму у нас просто не существует для этого никаких внятных инструментов, как их внедрять не в Москве. Ну, давайте Юрию Геннадьевичу отдам микрофон, он просит. А вот я в деньгах ничего не понимаю, я сразу могу сказать, просто как я архитектор, а здесь заявлена, значит, финансовая часть вопроса. Но мне пришлось в силу своей, так сказать, службы уже думать о том, что вообще куда, собственно говоря, в чем состоит стратегическое пространственное развитие России. Честно вам признаюсь, я не ответил на этот вопрос до сих пор, но мне представляется, что все-таки вот сейчас курс, взятый на, значит, там, например, нашим институтом там, или вообще как бы обсуждаемый на развитие малоэтажного домостроения, да, практически, я свое мнение говорю, ни с кем оно не связано, практически невозможен, мне кажется, уже. Да и не нужен, потому что вот эти вот опыт наделения одним гектаром там на Дальнем Востоке, он очень отрицательный. Никто этот гектар не взял, а потом, если взяли, то перепродали. Вот. И эти гектары, значит, перепроданы везде. В Московской области более успешно, в Ставрополе там более успешно, на Дальнем Востоке никто не берет, в середине Сибири тоже не возьмет. И вот весь вопрос, значит, ежели, я так по-крестьянски скажу, ежели многоэтажные дома – это плохо, вот, этим занимается бизнес, значит, малоэтажные – это тоже плохо, потому что этим занимаются в сером секторе люди, то чем должно заниматься государство, ну, у которого нет сейчас финансов для того, чтобы развивать стратегическое пространственное развитие России? И одна надежда, на мой взгляд, на частно-государственное партнерство, которое тоже, в общем-то, странно будет развиваться, потому что дороги не окупаются. Это я так вот подвожу просто для себя. Мне представляется такая совсем простая штука, знаете, вот, на мой взгляд, в старом некотором опыте не так много плохого. Россия – удивительная страна, где живут от минус 40 градусов до плюс 40, нигде в мире, в общем-то, не живут. Вот, например, Канада – это как бы широта Сочи, да, чтобы было понятно. И поэтому хотим мы, не хотим, вот много раз пишут о том, что евразийский у нас путь, и особенный, и так далее. Но действительно будет особенный. На мой взгляд, новое – хорошо забытое старое. Надо обратить внимание на среднеэтажную застройку, высокоплотную, незаслуженно забытую, которая, собственно говоря, является русской провинцией. И до сих пор тоже. То есть эти вот старорусские замечательные города, о которых Андрей Владимирович так вот замечательно рассказал, они, собственно, все трехэтажные, даже четырехэтажные. Вот. И наши эти черемушки, которые сейчас выяснилось в процессе реновации, не такие уж и плохие были, вот, особенно для жителей. Вот. А ведь самая большая ценность – это человек. И стратегическое пространственное развитие России, оно заключается в улучшении жизни человека. Ну, вот этого самого простого, не власть имущего и не, так сказать, а вот этого мужичка, который сейчас обретается в пригороде. На мой взгляд, стратегическое пространственное развитие России, я, конечно, упрощаю, но оно находится в некой маточной среде, вот в пригороде. И мне надо обратить внимание, она вполне, так сказать, будет нормальной маточной некой средой между интересами большого капитала и маленького мужичка, который еще остался в деревне, в общем, не знаю, чем он там занимается. Еще неплохо было бы обратить внимание на приложение труда, потому что на сегодняшний день пригород обслуживает город, а живет, в общем, в неподобающих условиях. Вот уже когда была попытка, и сейчас есть попытка некую смоделировать среду вот, для этого маленького мужичка из пригорода, но для него строят фактически то, о чем говорил вот Александр, и Андрей Владимирович строит, собственно, мечту. Мечту – это вот как бы некий такой вот мечтательный небоскреб, да, вот в полях.
И это тоже не есть хорошо. А если бы общество и архитектор, например, средствами архитектуры нельзя переделать общество, еще Корбюзье об этом писал, и делал Чандигарх, и Скопье, если знаете. Но тем не менее, как некий посыл и некий ответ на архитектора, на экономический вот некоторый такой вопрос, как же все-таки нам жить и как дальше существовать, то оптимально было бы по инфраструктуре, по дорогам и так далее обратить внимание на этот пригород. Вот, это среднеэтажная застройка, такая высокоплотная, в рамках нашего общества сегодняшнего, нашего уровня развития и так далее. Это бы вполне было бы достойное приложение это самое. Дело в том, что вот я отвечу Татьяне, почему, собственно говоря, общество не радуется, казалось бы, должно радоваться, но не сильно радуется приложением труда в провинции. Дело в том, что все очень просто. Общество хочет, не хочет дешевого жилья. Вот потребитель, он хочет дорогого и бесплатно, как раньше было. Понимаете, вот когда, горели, не хочет подрядчик, не хочет заказчик, как девелоперы говорили, никто не хочет. Хочет только, так сказать, понятно кто, хочет власть. Быстренько всех накормить. Юрий Геннадьевич. Да. Я уже заканчиваю. Что получается, мы обречены на эту модель экономическую, монорентную, все потребители и, мало того, еще испорченное сознание там, 70 годами советской власти, когда каждый хочет, халявы. Я как раз хотел. И к ней привык, и готов, и все отдаст только за нее. Оптимистически хотел закончить. Так. Вот не пессимистически, как вот все капец. Там и автоматно, а очень оптимистически. Вот архитектор все-таки может средствами архитектуры переделать общество. И надо, чтобы его услышали. Архитектор – главный строитель, вообще он выше чем, немножко, чем государство обгоняет, государственную мысль, у него профессия такая. И чуть-чуть более гуманитарен, чем капитал. То есть он как бы знает модель, вот он может, если подумает немного, он может предложить развитие пространственной среды, некое такое вот. На самом деле вот взять, инвентаризировать, как немцы делают, они же не реновацией не занимаются, не сносят все подряд. Вот мы на примере Севастополя, вот извините, Андрей, предлагали не делать капитальных каких-то сильно больших движений, а просто посмотреть, население падает, сейчас каждый день умирает 700 человек. Знаете, в России 700 человек умирает. Вот, да-да. То есть если посмотреть, я сейчас закончу, если посмотреть на первейшую задачу, то первейшая задача – это инвентаризация, диспетчеризация, капитальный ремонт, незаслуженно забытый. Во всем мире выгодно делать капитальный ремонт, в нашей стране невыгодно. Почему? Реконструкция. Вот. А снос потому что именно произошло некоторое обслуживание капитала. Но и даже самому капиталу это не совсем выгодно будет скоро, потому что все это должно поддерживаться обществом. А общество воспринимает это в штыки. Поэтому совершенно я согласен, Андрей, что на самом деле цель некая не джентрификация стариков и детей, стариков выгнать из центра, по инновации, я скажу. А цель как раз наоборот, поженить капитал, интересы капитала с государством, так чтобы ни одна лошадь, ни другую не обгоняла. Вот в этом и есть основная задача на самом деле общества, архитектора. Благодарю за внимание. Спасибо. Кирилл. Александр Ильич. А Кирилл? Да. Просто вспомнил две вещи по ходу. Не могу с вами не поделиться замечательными наблюдениями. Еду, слышу и читаю. Продажи апартаментов. Налетай, ребята, продажи апартаментов. То есть это русский бизнес, наш бизнес, понимаете? Апартаменты не могут продаваться. Апартаменты – это то, съемка, что делается съемка. Для аренды, да. Ну, это дает возможность не делать детские сады, зубные, стоматологические поликлиники и все остальное, понимаете? Да, поэтому продаем. А второе, конечно, вот это все это ИЖС, на самом деле, это признает наш Минстрой, все полностью принадлежит серой экономике, просто полностью. И, конечно, выглядят все эти пространства совершенно чудовищно, начиная с Рублевки и кончая всем тем, что сейчас строятся гигантские какие-то массивы вдоль, Новой Риги, еще где-то на этих валютных магистралях. Многие-многие квадратные километры застроены какими-то жуткими скворечниками, которые, вопреки вообще здравому смыслу, не профессионально, ни по каким нормам, стены какие-то 12 сантиметров. Это катастрофа, понимаете, мы... В этом сегменте имеем не менее страшный вообще какой-то такой накапливающийся ужас и, в общем, какой-то ресурс, чем в области этих 25-этажных домов, с которыми через 50-70, не дай бог, лет вообще неизвестно, что делать.
Простите. Мне тоже вспомнился анекдот о премьер-министре Японии, который приехал в нашу страну, и который говорил: только дети. Хорошо, извините, пожалуйста. Александр Андреевич, вот все-таки о высоком. Вот, простите, пожалуйста, Лев Аронович, вопрос попозже. В 60-е годы вы участвовали в деятельности группы молодых архитекторов НЭР, новый элемент расселения. И вы были, да, и вы объединились тогда вокруг такой, ну, важной, интересной идеи, как можно продумать, спроектировать иные пространственные формы, которые будут соответствовать картине ожидаемого будущего, ну, так, как она понималась в то время. Какие должны быть форматы, структуры расселения, и вот, которые будут адекватны этому, этой новой картине будущего. И вот вы решали тогда вот задачи моделирования этого будущего, тогда, вот 40 лет назад. И что вы можете сказать вот по поводу этого разговора сегодняшнего, вот как бы с учетом, да, спасибо, того вашего опыта, да. Спасибо. Я только хотел как бы добавить пессимизма, но тут ты меня поправил и как бы вернул в прошлое, из которого мы смотрели в будущее. В котором уже все было, да. Да, да, да. И в том прошлом, значит, ну, вот будущее, это казалось, где-то должно наступить вот примерно в 2000 году. Вот оно 18 лет назад, будущее, наступило. И вот мы вот с Андреем Владимировичем уже 18 лет живем в будущем. Да, да, да. И чувствуешь ли ты радость, Андрей, по этому поводу, живя в будущем? Потому что когда тогда мы говорили о будущем, тогда все было очень просто и ясно. Мы строили светлое будущее. То есть то, что будущее светлое, это было абсолютно ясно, других мнений и вариантов не было. И вот ты, наверное, тоже помнишь, когда из метро мы выходили на площадь Маяковского, там на доме, который над кинотеатром «Москва», там была надпись: «Победа коммунизма неизбежна». А теперь там министерство... Да, и никто даже не вздрагивал, видя такую надпись. Это было абсолютно нормально, естественно. Это поезд, который там вышел из пункта А, это было там 25-го, 10-го, 17-го, да, и движется к пункту Б. Пункт Б, ну, не, точно не было известно, когда он вот наступит, но то, что он наступит... В 80-м как же? Ну, было такое мнение, промежуточная остановка, да, да. Там да, уголь загружали и воду заливали в паровоз. Вот. Ну, тогда как бы было ясно, что, значит, оставалось только придумать эти города будущего, то есть те города, которые, в которых мы сейчас должны жить. Конечно, можно смеяться над наивностью того времени и так далее, глупостью, наивностью и так далее. Но, во всяком случае, те слова, которые мы сейчас оперируем, мы говорим, я все время забываю, наши экономисты говорят такие страшные слова, если бы в те 60-е годы такие слова произнести, за это из комсомола можно вылететь было просто, как дважды два. Ну, вот все эти экономические там резоны и прочее, прочее, да, страшные слова. Вот. На самом деле, если вспомнить вот в этот НЭР, о котором мы тогда говорили, ну, там, в общем, были как бы и наивные вещи, то есть НР – это такие самодостаточные города, образование, вот наши коллеги утверждают, что города должны быть по 3 миллиона, тогда были как бы запросы скромнее, считалось, что вот 100-тысячные такие образования, они даст, а откуда 100 тысяч, такая цифра, никакого как бы экономической подоплеки или резона, или каких-то исчислений не было. Было какое-то вот такое утверждение умозрительное, что центром вот этого города был, так называемый, центр общения. А для того, чтобы общение было полноценным, чтобы вот я, выйдя там на городскую площадь, чтобы я нашел человека, с которым мне было бы о чем-то интересно поговорить, это вот такое сообщество должно быть примерно 100 тысяч человек, никак не меньше. При 50 там я не найду себе собеседника, при 200 там мы как бы пройдем мимо друг друга. То есть, в общем, какая-то смешная, но тем не менее социальная подоплека, она как бы вот ставилась в главу угла. Вот. Это, конечно, все смешно. Кстати, я вам должен сказать, что
19-го открывается выставка в музее Щусева в Руине, которая посвящена вот этому самому Неру, вот этим городам будущего и так далее, и так далее. И, в общем, можно туда прийти и посмотреть, что это такое было, можно посмеяться. Но, между прочим, я вот подумал сегодня, что это, конечно, все смешно, действительно и наивно, но, тем не менее, вот прошло 60 лет, и это как-то вспоминается, как какой-то миф, там, я не знаю, как какая-то, не знаю, красивая мечта или еще что-то, неважно. Будут ли через 60 лет, то есть в 2072 году, как бы вспоминаться вот наши сегодняшние, я бы сказал, недостаточно пессимистический разговор. Вопрос. Все. Спасибо. Андрей Леонидович. Не для протокола. Что? Задайте вопрос. Вопрос простой. Большой опыт, Андрей Леонидович, у вас работы над городами, над их проектами, концепциями развития, в том числе пространственно. Вы сталкивались с совершенно разными и регионами, и местами. Вот как вы методически строите эту работу? В каком виде, с каким инструментарием, какова роль архитектора в этом смысле? Ну, я так спрашиваю, потому что у меня есть опыт работы с вами, надо поэтому. И статья да мы с тобой на «ты», да. Кирилл, мы на «ты». Да, конечно. Да, на «ты». В общем, вопрос, я так заранее знал вообще вопрос, но в ходе нашей дискуссии мой ответ, который я заранее подготовил, он очень сильно изменился. Надо сказать, что да, мы делали несколько концепций, и Севастополя, и Южно-Сахалинск, и Иркутск. И с нашей точки зрения мы делали все правильно, хорошо, и мы видели в этих городах идентичность и возможности для улучшения их внутренних качеств, которые им уже присущи, там, освободив их от какого-то хаоса, придав им структурность, восстановив какие-то связи, концентрация. Ну, в общем, все правильно. Все это мы рисовали, картинки, которые у нас получались очень такие интересные, методически все было правильно. А сегодня я думаю, что все это неправильно. Потому что то, что произошло, я могу сказать, то, что я вижу, например, Севастополь кончился, ну, не закончился, конечно, он развивался через нашу подготовку генплана на основании вот этой концепции, которую мы видели. Там было все прекрасно, и холмы, и бухты, и зеленые балки, все прекрасно, и видимость моря, и все это действительно тот самый продукт, который так привлекателен для... Кончилось все тем, что... Кончилось бунтом. Бунтом вот этой серой массы, этих нахаловок, которые по генплану должны были превратиться в нормальную структурную среду, ну, в общем, нормальную застройку, причем не многоэтажную, а мало- и среднеэтажную, но секционную, ну, в общем, застройку организованную. Значит, это все было разрушено именно бунтом того населения, которое сейчас там живет в этих нахаловках, вот тот самый, в серой застройке, которая не имеет никакой инфраструктуры, они, значит, почувствовали риск для себя, для своей собственности, что их снесут. И их ментальность, основанная, ну, как бы воспитанная в советское время, когда действительно могли снести, не допускала даже никакой мысли, никакой надежды на то, что они обладают какой-то собственностью. Конечно, они там, половину из них ничем не обладают. И все это построено без разрешения и так далее. И действительно, это в центре города, когда такая ткань жилая существует, это невозможно. Но это оказалось очень устойчивым. Очень устойчивым. И все наши разумные доводы и так далее, и заказ, который был сделан действительно активными людьми, которые хотели изменить, ну, тот же самый Севастополь, привести его в порядок, и даже не просто в порядок, а сделать его там лучшим городом на Черном море, все это рассыпалось просто потому что... Почему? Я вот, сегодняшняя наша беседа меня подвела, в общем, к нескольким выводам, потому что один из выводов – это то, что с одной стороны, мы не можем организовать город как структуру, то есть как каркас. Мы видим в Москве эти попытки, они идут как бы с большим опозданием, и поэтому сейчас у многих вызывают
ну и у меня тоже вызывает не полную удовлетворенность, но структура в городе восстанавливается. Видимая структура транспортная, да, понятно, здесь железная дорога, там это кольцевая, и сейчас будет еще радиусы, и метро развивается, структура развивается, каркас, да. Планировочный каркас. Но совершенно не развивается инженерный каркас, ну, я имею в виду инженерные сети, и, по-моему, там назревает просто катастрофа, наверное. Сейчас Перов мне ответит. Он, наверное, знает, как развиваются прекрасно у нас инженерные сети. И не развивается ткань. Значит, для того, чтобы в город был устойчивым, мне кажется, ткань не должна быть, ну, как бы гнилой. Вот то, о чем мы говорим, вот эта вот серая, вот эта жилая масса, которую мы называем на Халовке или там что-то еще, это не та ткань, которая может жить. Это, в общем, ненормальная ткань. В них друг на друга там льется канализация, перебрасывают мешки с мусором, падает снег с кровли и так далее. Надо сказать, что просто простейшие правила городского общежития там, воспитанные не одной реформой земской, но земская реформа положила начало этой городской культуре соседства. Столыпинская реформа наполнила вот это понимание частной собственности еще какой-то перспективой и еще ну, немножко другим масштабом и другим адресом. А в городе в советское время, ну, все это было разрушено, но в постсоветское время, которому уже 25 лет, да, по-моему, если не больше, да, 25, в это время не возникло никакие правила соседского взаимодействия не возникли. То есть, и поэтому, в общем, городская ткань не развивается, она скорее загнивает и находится в постоянной борьбе всех вот этих живых клеток. Если они есть в городе, то они не развиваются нормально, потому что это ничем не регламентируется. То есть я имею в виду ту часть гражданского кодекса, которая описывала соседское, куда входило соседское право, и куда входили все городские уставы, которые относились ко всем, которые имел каждый город. И не только Москва, каждый город по той земской реформе, после нее были образованы уставы для каждого города. Этот устав был беспрекословен. Его выполнение и отклонение контролировались полицией, потому что, в общем, вся эта деятельность относилась к Министерству внутренних дел. И, в общем, это очень строгая вещь. Не имея этой строгости, мы имеем полную разруху. Вот эту. Андрюш, до 1955 года Берия, надо сказать, да, строительством занимался, да, скажем, высотных домов и, да, многих других дел. Работало это ну, правило. Я же говорю о простейшем правиле там, наклона кровли. И, ну, просто смешно говорить даже. Да. И поэтому я хочу сказать, что ты мне говоришь, как эта концепция пространственного развития городов, да красивая концепция пространственного, очевидно, хорошая, но города не идут по этому пути, они идут по своим вот этим кривым, развиваются как инвалиды в силу двух причин. Одна причина – это не нормальный скелет, вторая – гнилая ткань. В общем, вот поэтому. Татьяна. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы уже нас покидаете? Нет, у меня просто, простите, ради бога, я бы хотел, чтобы какая-то рефлексия была со стороны, в том числе Татьяны, потому что ей уходить надо сейчас. Вот, можно ей слово, а потом Лев Аронович. Ну и там, мне кажется, вопрос еще был, да, я тогда отвечу на вопрос. Ну все, тогда все сложено. В общем-то, мы сейчас одну фразу, да, потом вопрос. В общем-то, да, вот все практически говорят о том, что вот то, что там где-то рисуется в стратегиях пространственного развития или в генеральном плане, или там еще где-то, у нас почему-то потом в результате никаким образом, ну, к реальности отношения не имеет. Вообще мы обсуждаем действительно очень-очень сложную историю, и вот как раз в начале вы говорили о том, что как бы сложность системы управления должна быть адекватна сложности объекта, которым управляют. Вот абсолютно точно, на самом деле, когда вот город как система огромного количества субъектов, постоянно влияющих друг на друга, живущая по своим
не знаю, объективным процессом, каким-то там процессом, представить себе, что вот с момента утверждения какой-то там стратегии или генерального плана вдруг сама каким-то образом в эту точку перейдет и почему-то в эту точку перейдет, конечно, невозможно. Вот, кстати, лет 5 тому назад Нобелевская премия была в сфере экономики на тему, потом, которая стала очень активно развиваться в академической науке, под названием «Механизм дизайн». То есть какие институциональные механизмы и как мы должны выстраивать некий публичный менеджмент в какой-то системе таким образом, чтобы она потом сама пришла в необходимое, нужное целевое состояние. Это огромный научный вопрос вообще, даже в теории, возможно ли это в таких системах, потому что они не совсем являются неким физическим объективным процессом, да, это очень сложное что-то такое социальное там, и т.д. и т.п. Вот. У нас этим, по сути дела, никто не занимается, потому что генеральный план, там, который рисуется как просто какая-то картина, но в парадигме советского градостроительного управления, когда все-таки вся собственность, что вот было самое главное, на землю, на недвижимость была у одного лица, и вот он и мог это распределять, где, что, когда и почему. И это соответствовало генеральному плану. Но в условиях рыночной экономики все это уже не работает. А у нас провал, да, то есть действительно приняли градкодекс, заставили всех принять генеральные планы и правила землепользования и застройки, но это своя какая-то вселенная, своя история, а процессы в реальности совсем отдельная жизнь. Они не соответствуют ни генеральному плану, ни ПЗЗ, ничему угодно. И вот тут вот постоянно происходит вот эта как бы ловушка, логическая ловушка. Кажется, что чем больше законов мы принимаем, или чем больше теперь в исполнении закона о стратегическом планировании видов стратегии мы рисуем, стратегия социально-экономического пространственного, программа пространственного, миллион, да, куча бумажек прописано в этом законе, тем мы как бы с федерального уровня повышаем качество вот этого локального менеджмента, это чего-то там администрировать. Но это просто, это абсолютно смешно. Это, конечно же, смешно. Никаким количеством бумажек или административных действий невозможно решать такие вопросы. А вот если хотя бы это осознать, вот это самая начальная точка. Если хотя бы это осознать, тогда уже будет серьезная дискуссия о том, как менять налогообложение или как менять систему полномочий, систему там, их финансового обеспечения. А дальше тогда ответственности, а дальше тогда выборности, а дальше тогда и т.д. и т.п. Понимаете, это все разворачивается одно за другим. Поэтому мы и находимся вот в этих каких-то мифах в Древней Греции, что вроде как у нас какая-то оболочка создана, и мы вроде ей когда-нибудь будем соответствовать. А на самом деле это не так. Вот поэтому все очевидно, и может быть Вот сегодняшняя наша дискуссия, мне кажется, она еще раз показывает, что даже наше экспертное сообщество, даже мы с вами, мы тоже в этом мифе немного пребываем. Мы тоже постоянно хотим придумать, как вот рукотворно вдруг сделать. Да, вот город без субурбии, город с субурбией, город с многоэтажками, из города многоэтажек сделать город почему-то там одноэтажек. А из города с полным безразличием к общественным вопросам сделать земство. Это не проектные вещи, то есть нельзя смотреть на это как на некий проект, федеральный, какой хотите, вселенского масштаба. Это не проект, это более сложная система. И вот тогда мы начнем как-то там куда-то двигаться, если мы хотя бы эту исходную точку поймем. Татьяна, вам вопрос. Да, вам вопрос. Наконец-то я могу задать вам вопрос. Как раз он касается того, о чем сказали вы, о мотивации. Я позволю себе буквально там, да, ремарку. Я считаю, как архитектор, вопрос мотивации, то, о чем говорили вы, это вопрос архитекторов в чистом виде. То, что мы не имеем инструментов к своему, так сказать, объекту, это мы виноваты, но это ладно. А вопрос следующий. Когда вы выступали, вы сказали, что городское развитие сегодня никому не нужно. Вопрос. Как может выглядеть тот, так сказать, человек, субъект из власти или там откуда-то, кому бы это было нужно? Вот как его найти? По каким признакам? С вашей точки зрения. Большое спасибо. А где вы будете искать? А? Вы имеете не совсем поняла просто вопрос. Вы сказали, когда выступали, так сказать, первый раз, о том, что городское развитие никому не нужно. С вашей точки зрения, как может выглядеть тот человек, которому это было бы нужно?
А искать его буду я. Сейчас, да. Да, скажу. С моей точки зрения, это глава муниципалитета. То есть это глава города. Сейчас глава города, как правильно Андрей Владимирович сказал, составляет его значимость в системе 5-7%, но я оцениваю ниже, 3%, 1%. Вот. То есть это глава города со значимостью его деятельности в реальной среде, создаваемой для проживания граждан в данном городе, со значимостью не 1%, не 2, не 3, а 85%. А 15% определялось бы полномочиями и финансовыми ресурсами на более верхнестоящих уровнях. То есть вы его оцениваете по факту? Нет, но если я правильно услышала, что в какой системе может появиться какой-то управленец, которому станет важно... Как он выглядит, этот человек? Как его узнать? Как его, так сказать, поставить на то самое место, о котором вы говорите? Да? Но его надо вы никогда сначала где-то нигде не найти. Узнаете. Для этого нужно дать возможность местному сообществу родить такого человека, а дальше выбрать его и так выбрать, каким контролировать образом? Его же надо как-то демократическим угадать. Путем эффективность его деятельности. Вот что. А просто сверху, сидя в Кремле, я не в состоянии, например, вот если так я себе представляю, его... да, так вот выбрать. Вот я, скорее всего, то не есть выберу. Мы его не узнаем, да. Этого человека. В толпе нет, я в толпе его не узнаю. Потому что умных очень много. Вообще умных, сообразительных, образованных в России уже очень много. То есть я вообще не считаю, что у нас есть очень серьезная проблема сейчас с кадровым потенциалом. Не с точки зрения вот этих технических знаний, а с точки зрения просто интеллектуального потенциала. Он уже есть. На самом деле он есть. И его достаточно. Но мотивации и желания у этого контингента людей что-то делать с теми мотивациями, которые мы сегодня обсуждаем, и в условиях нашей административной системы, нет. Ну, нет. Ну, не знаю. То есть, короче говоря, надо все-таки за мотивацию хвататься, да? Ну, это моя гипотеза. Я тоже не уверена, сработает ли это. Но практика показывала, что работало. Вам же приводили сегодня исторические примеры. Но просто других вариантов нет. Вообще все, что мы обсуждаем, это же не математика, не 2 плюс 2 равно 4. Тут везде только гипотетически можно рассуждать. Ну, не является ли это еще и проблемой сопоставления разных языков профессиональных? То есть они у нас в разных областях находятся. У вас свой, там, у архитекторов свой. А еще конечно, нам надо вместе не договориться. Нет? Нет? Это не проблема? Нет, ничего не является. Да? Отлично. Это не является. Так, мне это кажется, это очень хороший вывод. Вот. И не кажется ли вам, что тогда надо говорить, если мы говорим о том, что у структуры как бы не очень хороший скелет, и внутри, условно говоря, ткань не гнилая, там, какая-то странная, то надо говорить о структурообразующем элементе этой системы. То есть что важнее, система или структурообразующий элемент, из которых складывается эта система, или об одном и том же одновременно? Нет? Вот что является структурообразующим элементом? В этих условных терминах рассуждать, мне кажется, все очень просто. Да? Ну как, вот предельно. Вот у нас городе, нет местного вот самоуправления, смотрите. У нас нет возможности людям, являющимися главными пользователями городской среды, влиять каким-то образом. Вот мне не нравится, что у меня по соседству ведется строительство объекта, который очевидно, здесь не может размещаться. Телевышка в зоне индивидуальной жилой застройки. Огромная, 35-метровая. Я понимаю, что этого не должно здесь быть. Да? Я должна преодолеть огромное количество каких-то препятствий, чтобы объявить еще и руководству города о том, что это не закон. Так не видно, да, что здесь 35 метров жилой застройки воткнули телекоммуникационную вышку. Вот этого не должно быть просто априори. Этого не должно быть. То есть манифест нарушения закона или апартаменты в центре Москвы. Ну как могут быть апартаменты в центре Москвы? Я не могу ни одному своему коллеге зарубежному объяснить, что у нас размещаются офисные здания в центре столицы, где дальше приобретаются отдельные помещения и селятся семьи и проживают в них. Я не могу, когда спрашивают, что это такое, я не могу. Я послала статью в 10 академических журналов зарубежных. Peer-review советы редакторские, они не могут разобраться в теме, они не могут понять актуальности вопроса. Я им начинаю объяснять через зигзонинг, говорю, вот представьте, если бы ваши правила землепользования застройки вот полностью переворачивались. У вас здесь общественно-деловая застройка, а вам завод воткнули. Или у вас здесь жилая, а возник офисный центр. Тогда они начинают понимать. То есть, понимаете, вот это есть культура. И я, кстати, не говорю, что все так происходит только потому, что органы местного самоуправления какие-то не такие. Все вместе. То есть
говорили уже и про ИЖС, и про самострой, да, вот все приходят в одну точку. Вот это вот и дизайн, который кто-то почему-то создал. Может быть, связано с советским периодом еще экономики. Нет, когда мы говорим не о том, что в этих зданиях все перевернуто, и там функция, которая не предусмотрена, то когда мы видим, что через одно домовладение люди проезжают на машинах, потому что им надо в школу подъехать, потому что школа недоступна с улицы, а другие люди, которые здесь живут, ставят шлагбаум, это говорит о том, что ячейка городской ткани неправильно запроектирована. Она имеет неправильные границы, она имеет неправильные права. И всех это устраивает, потому что... Где это видно? Забор вокруг многоквартирного дома. Это невозможно. Это невозможно. Забор только односемейного дома. Правильно. Так мы и говорим о том, что... Вот эти правила... Владения же должны примыкать к улично-дорожной сети. Земельные владения. Владения. Вот ячейка это... Конечно, оно не примыкает. Участки общественных зданий не примыкают к УДС. Да. Да. Да почему? Нет. Жесткое утверждение, я не понимаю стать жесткости. Сейчас объясню, потому что природа дворовой территории многоквартирного дома – это общее имущество. Да, те, кто живет здесь. Застройка, которую организовывает многоэтажная застройка, это застройка, в которой частное пространство – это двор, образованный совсем другим образом. А не чистотой, любым образом, это не важно. Соседние дети не могут прийти. А это... Я считаю, что это просто варварство. Это просто варварство. Это показывает уровень нашего общества, если которое построен... стало как бы драматически. Смотрите, вы признаете право на частный кусок, сегмент жизни в многоквартирном доме. Ну, например, как в Барселоне выстроены дворики, да, кварталы и дворики. Да? Так если здесь выстроен микрорайон, почему вы в принципе отрицаете право этих жителей на свое частное пространство? Я вообще отрицаю право на кондоминиум. 90% кондоминиумов, да, в России, кондоминиумов, абсолютно считающихся, да, массовым жильем, дешевым и т.д. и т.п., с забором, шлагбаумом и так далее и тому подобное, это, как сказать... какое-то вырождение нормальной жилой среды, да, вместо многоэтажных арендных домов. А тогда бы возникли инвестиции в них, а в такой ситуации полная демотивация, потому что собственник жилья в кондоминиуме – это потребитель, он никогда не заинтересован в него вкладываться. Да. Теоретическая проблема безбилетника, общее имущество значит ничье. Я понимаю, кондоминиумы на Пятой авеню, да, там нет заборов, но они и стоят... как вы знаете, да, там сотни миллионов долларов. Поэтому, ну, не знаю, для меня это такая базовая основа. Я даже, видите, путаюсь в показаниях, почему можно, не может можно быть. Можно я скажу? Тут как бы подняли тему бабла. Вот, собственно, я хотел бы напомнить про него. Я тут сейчас, пока шла беседа, залез немножко в статистику, как бы память иногда подводит. Соединенные Штаты Америки, ВВП на душу населения 59,5 килобаксов. Германия 44,5 килобакса. Южная Корея где-то 28. Россия 12. Собственно, ну, во-первых, как бы исходя из этого, можно сразу говорить о там, декларированном Владимиром Владимировичем Путиным цели о там, догнать и перегнать Германию, ВВП, ППС там, и так далее, и так далее. В общем, обычному человеку от этого особо хорошо не станет. Неважно, речь-то в другом. Если вдруг у нас в стране каким-то чудом вот это вот самое ВВП на душу, Сирич, как бы богатство каждого отдельного человека и богатство страны в целом увеличится, там, не знаю, в два раза там, или, дай бог, там, в три раза, да, у нас тут же, я уверен, просто там со скоростью пули пойдет и заимствование западных лучших практик, адаптированных под нашу самую территорию, тут же пойдут все эти и субурбии, и конурбации, и малые города, и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас вот со всем нашим архитектурой городостроительством и пространственным развитием тоже в эту кучу живем, исходя из принципа «по одежке протягивай ножки». И поэтому, опять же, Татьяна, как вы говорите, да, сверху могут быть там совершенно замечательные планы, громадье, то все пятое-десятое, а внизу тупо нет бабла. И начинается всякая там возня, как бы, чтобы сделать, да еще при этом, чтобы не посадили. Это, пожалуй, самое главное, этот самый риск. Я тут недавно пересматривал одну из своих старых статей, октябрь 2016 года. Там упоминался призыв Владимира Путина за 1,5-2 года совершить настоящий рывок. Ну вот 2 года прошло. Где что? А ничего. В чем проблема? Тут же упоминалось то, что у нас как бы выстроена монокультурная рентная модель экономики, она такая, какая она есть. Что хуже всего, на промежутке среднесрочном, то есть там где-то 10 лет, она, в общем-то, в значительной степени протухнет. То есть даже вот эти самые условные 12 тысяч, да, кстати, в Бразилии где-то 11, на что мы вот больше всего похожи на самом деле с точки зрения богатства людей, на Бразилию, только там у них теплее и море ближе.
вот эти самые 12 тысяч, они сократятся, по моей оценке, раза где-то в полтора. Соответственно, первый вопрос, на самом деле, который надо задавать, отлично, а что мы будем делать дальше, по какой модели жить, как она действительно окажется работоспособной, почему она окажется адекватной. Вот эти вот вопросы надо задавать. Исходя из этого, уже думать о градостроении и обо всем прочем.